пытаемся в Суздале немножечко помочь людям в этом творческом сложном процессе. У нас есть конкурс «Тряпичная красавица». Как бы эта тема у нас из года в год присутствует. Я не считаю нужным ее менять или расшифровывать, потому что практически любая удачная кукла, она так может называться. Мы дополняем эту тему тем, что у нас всегда могут быть мишки-зайки, то есть любые изображения львят, каких-то птиц, тоже выполненные в текстиле, всегда с радостью принимаем на конкурс. И есть совершенно фантастическая тема, мне кажется, и она еще недостаточно раскрыта, это тема ангелов. Это такая очень возвышенная, многослойная, я бы сказала, тема с большими возможностями. В Суздале, когда мы проводим фестиваль, мы очень стараемся для вас на самом деле. То есть каждый год мы делаем не меньше 10, а то и больше мастер-классов по конструкциям, по традиционным конструкциям кукол. В Суздаль можно приехать даже просто для того, чтобы посмотреть, что и как делают до вас. Технические детали участия вы можете посмотреть на сайте фестиваля. А я хочу вам пожелать успеха, чтобы у вас хватало энергии, материалов, чтобы ваша кукла была успешной, чтобы вы сами были счастливы, наполнены энергией, чтобы у вас все получалось.